Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. В этом видео я хочу обратить ваше внимание на телеграм-игру Goblin Mine, где нам абсолютно без вложений дают возможность заработать монету тон. Кликаем «Запустить». При регистрации дается 10 тысяч монет. И с этого мы начинаем наш заработок. Значит, это у меня шахта 1 у вас тоже будет. Собираем монетки. Вот так кликаем «Собрать». И монетки капают вот на этот баланс. Далее я иду в шахту вторую. У меня уже открыт две шахты на данный момент. Также кликаю «Собрать». У вас же будет шахта 1. Значит, получаете бонус здесь 10 тысяч. И за каждый ежедневный ход я не обратила на вот это внимание, обращаю ваше внимание, что за ежедневный ход нам также дают монеты. Видим. «Собрать». Теперь завтра. Но здесь дают также бонусы. Вот. Так. Возвращаюсь в шахту. Там ежедневные задачи вот эти. Нужно что сделать, друзья? Здесь прокачивать, значит, персонажа. Мы нанимаем персонажа. Вот. Первого наняли и пошли. За это все списываются вот эти вот монетки наши. Я все уже прикупила. И у меня первая, как бы, шахта, она вся прокачана. Мы должны будем прокачивать, покупать вот этих персонажей. Потом прокачивать вот эту шахту. Потом инвентарь также. И тележка у меня вот куплен за 50 тысяч. Дает, собирает она. Далее. Шахта номер 2 у меня тоже прокачана. Вот тут «Собрать» кликаем, да, я вам сейчас показывала. И здесь также мы нанимаем персонажей. У меня все прикуплены. Также она у меня прокачана. Инвентарь. Также. И также у меня тележка. Вот тут уже авто. Ну сколько? 5 миллионов надо монет. Чтобы она автоматически без сборов, как я вот вам показала, да, собирать, чтобы она авто собиралась. Далее. Шахта номер 3. Значит, смотрите, мы открываем по очереди, идем вот эти шахты. Мы все-все-все прокачиваем. И когда доходим уже до 7-й шахты, вот тут я вам и говорю. Значит, смотрите, цена открытия вот этих вот монет надо 50 миллионов. Да, мы видим. И вот здесь уже пойдет наш доход в тонах. Когда мы дойдем до 7-й шахты, и начиная от 7-й, там 8 шахт, 7-я, 8-я уже идет заработок криптомонеты в тон. Когда мы дойдем вот до 7-й шахты, тогда мы будем уже делать обмен. Кликаем «Обмен». И вот здесь уже будем мы менять вот эти монеты Gold уже на тон. Вот тогда уже пойдет у нас доход. Мы их поменяем и будем выводить уже на кошелек. А пока возвращаемся к шахте. Так, вот шахта. И я при вас сейчас буду открывать шахту. У меня 729 тысяч. Шахта 3. Кликаю на нее. Разработать написано, да? Стоит она 200 тысяч. Я кликаю на нее. Вы успешно открыли шахту. Монет видим, да? У меня здесь все по нулям. Мне нужно купить
персонажа. Кликаю на персонажа. И вот кликаю. 1000. Оп. Все, я купила персонажа. Кликаю на шахта. Номер 3. Далее опять кликаю сюда. И вот надо мне вот эти купить. Покупаю вот эту. Потом я сразу видим уровень 1, да? Иду в инвентарь. Покупаю вот эту кирку тоже. Далее идет, видим, да, тут все по нарастающей. И я прикуплю тележка. Тележка стоит уже здесь 50 тысяч. А здесь уже 20 тысяч. Будет она мне приносить. Я купила вот тележку. Я первую купила и куплю, наверное. Ну пусть так пока. Опять я иду к персонажей. Вот мне они доступны, да? Смотрите, пока у меня есть монеты, потом я уже буду с тех шаг собирать и далее и буду прокачивать персонажа. Покупаем. Так, я купила, видим, активный, необходим инвентарь, отбойник, первый уровень. Я иду, инвентарь, мне нужен отбойник, вот он, отбойник, видим, да? И вот так нам будут показывать, я купила. Идем, кликаю. Теперь вот здесь я разблокирую вот этих персонажей. Вот таким вот образом мы прокачиваем. Я купила. Теперь опять мне сейчас, наверное, покажут, что нужно купить. Инвентарь, кирка номер 2. Идем, значит, инвентарь. И вот эта кирка мне нужна. И я вот так по очереди. Как бы, да? Купила. Следующий. Покупаю отбойник. Теперь мне нужен. Так. Отбойник. Вот этот. Уровень 2. Сразу я прикуплю еще кирку. И я прикуплю. Видите, что уровень 3. Иду в персонажи. Я покупаю вот этого. Вот таким вот образом мы прокачиваем. Так, вот этот, что у меня там по монетам. Этот разблокировала. Теперь этот покупаю. Этот покупаю. Этот купила. Этот разблокировала. Так, теперь далее идем. Купила. Так, инвентарь. Кирка номер 4. И за киркой пойдет этот отбойник. Инвентарь. Значит, мне вот эта кирка надо. Потом отбойник надо будет. И пока я вот эти тоже еще прикуплю. Как бы, да? Иду обратно в персонажа. И я покупаю теперь вот этих персонажей. Видим. Вот. Ага, тут надо разблокировать. Разблокировала. Далее идем. Покупаю. Вот таким вот образом мы прокачиваем. Так, теперь опять кирка номер уровень 6. А за киркой пойдет вот этот отбойник. Иду в инвентарь. Покупаю кирку. Отбойник. Сейчас я их прикуплю. Чтобы мне потом без проблем прикупить вот этих. Господи, сколько ж там уровней-то? Ух. Ух. Ёк-макарёк. Ладно, пойду я персонажа теперь покупать. Эту я разблокирую.
Что у меня там по монетам еще? 300 тысяч у меня. И вот таким вот образом. Интересно. Эту разблокируем. Покупаем пока. Покупаем. Опять. Ага. Это. А что у меня там по монетам? Слежу за монетами. Вот видим, да? Неплохо. Эту разблокирую. И вот пока мы дойдем до седьмой шахты. Хотелось бы, конечно. Так, что мне там по монетам? 288 еще. Могу позволить себе. Активнее. Этого покупаю. Вот таким вот образом. Так, необходим инвентарь. Уровень 13 уже. Все. Так, инвентарь. Ну, поняли, да, суть? Уровень у меня тут, вот, видите, 12. Покупаю. Все, наконец-таки, твоя. И этот тоже. Так. Этот разблокируем. И здесь также. Вот все на ваших глазах, все. Так, теперь уже каска. А каска номер 3. Инвентарь. Видим. Вот эти кирка у меня прокачана, да. Теперь каска. У меня уровень 0. Нужен уровень 3. Вот так. И все это идет уже дороже, видим. Так. Опускаюсь ниже. Покупаю. Здесь инвентарь. Папка бригадира. И вот там уже все, уже боюсь, что мне уже монет может и не хватить. Уровень 3. Вот, папка бригадира. Секундочку. И теперь вот покупаем папку директора. Бумс. 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 Купила. Так. Персонажи. Хватит мне там. Так. Купила. Ну, вот таким вот образом эту я разблокирую. И вот уже у меня будет монеток и маловато. Ну, вот я вам наглядно показала. Видео, конечно, я немножечко затянула, но ничего страшного. Зато видим, да, как. И еще что я хочу вам вот здесь во вкладочке «Друзья» копировать. Ссылка скопирована. Или вот сюда пригласить друга, как бы можно приглашать таким вот образом. Далее. И вот здесь на баунти. Вот здесь баунти. Или же мы возвращаемся вот здесь. Так. Так, это продвигать. Вот. Баунти программа. Создайте контент про игру. Так, и опубликуйте его в любых соцсетях. Я вот только единственное не знаю, одноразовая это или многоразовая. Можно получить вознаграждение до 200 тонн. Но я отправила, я видео с YouTube отправила, и я опубликовала на Facebook. Мне дали вот вознаграждение вот в этих вот монетах. Еще не в тон, никто и ничего. Сюда вставляйте ссылку, как бы информацию. Но я просто написала Facebook, а с YouTube здесь ссылочку на видео, а сюда просто написала YouTube. Кликнула отправить, они проверяют, естественно, смотрят. И после начисляют, или если начислят тон, кликаете вывести на кошелек. Если вот в этих собрать все. Ну вот как-то так. Кому интересно, играйте, зарабатывайте. Также здесь вот музыка. Музыку отключили. Вот. Ну а здесь вот бронза и сильвер, конечно, мне пока еще недоступен. Ну вот, как-то так. Потом шахту 4 и все таким же образом. Я рекомендую, если честно, обратить на нее внимание. Стоит попытаться это все как бы прокачивать и
Тем более наших вложений здесь не требуется. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!